В том, что виноваты сами, не доглядели и приняли некачественно отремонтированную набережную, уже признался председатель комитета капитального строительства региона Николай Якубович. Под его контролем находится и строительство музея трудовой славы. Сегодня, осматривая стройплощадку, губернатор области остался недоволен ходом работ и контролем объекта со стороны ответственного Николая Якубовича. В настоящее время здесь идет заливка свай. Работы ведутся с отставанием от графика. Губернатор велел закончить этот этап в течение 15 дней, назначив ответственность Василия Разделкина и Дмитрия Тепина. С торжественными речами, поздравлениями и обещанием скоро построить здание. Так закладывали камень в основание музея трудовой славы еще в мае. Сегодня участок разровняли и только. Заливку свай так и не провели. Хотелось бы, чтобы темпы строительства были, конечно, энергичнее, это однозначно. Но лично я, как директор музея, уверена, что те задачи, которые губернатор ставит, а уже есть тому примеры, они всегда выполнимы. И я уверена, что и этот объект будет сдан в срок. Что делали на этой стройке последние несколько недель, недоумевает и сам губернатор. С проверкой приехал на объект. Результаты не то, что не впечатлили, их нет вообще. Еще два месяца назад подрядчик обещал залить сваи, но к работам едва приступили. Если эта свая по какой-то причине, как вы говорите, технологически должна там созреть или что там делать, схватиться, я не знаю, да? Одна часть. Но одна свая, она изолирована от другой. Пусть она застывает, славьте Господи. Никто не мешает ей застывать. Поставьте три машины, бурильных, три машины, заливных. И свайное поле вместо 30 дней залейте за 10 дней. Почему так отстают, никто не говорит. Молчит подрядчик, молчит профильный министр. Не в курсе причин задержки и ответственные зампреды. Вы целый зампред. Поясняй. Разобрался в этом? Разобрался, учтем ваше замечание. Второй зампред, объясняй. Видите как? Вы по профессии учитель, вы летчик. Жить надо этим. Жить надо. Вы все еще летчик, летаете. А жить надо этим. Поэтому 10 дней. С учетом всех возможных загвоздок, крайний срок для заливки свай – 15 дней, говорит губернатор. На этот раз задержек быть не должно. Здание нужно построить до наступления холодов, чтобы зимой уже приступить к отделочным работам. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.